Карамельный ажур в нежных розовых букетах, потрясающие ювелирные работы и вкусные сувениры, изящные шоколадные наборы с золотой отделкой. С импровизированных выставок подарков к 8 марта уйти с одной покупкой невозможно. Подарок к женскому дню выбрать подруге, маме, бабушке, коллеге по работе, учителю и даже юным очарованием прекрасной половины Шымкента. Традиционно весенние праздники всегда ассоциируются у нас с цветением. Трендом Мадлен, сети кофеен Мадлен в этом сезоне будут, конечно, цветы. Цветы, выраженные в мастике, в карамели, в шоколаде. Все это, естественно, отличные, вкусные, полезные, оригинальные, незабываемые подарки от Мадлен в помощь всем мужчинам, и не только мужчинам, чтобы подарить своим женщинам, любимым, дорогим, учителям, подругам. На специальных стойках роскошные букеты, элегантные наборы с настоящим греческим кофе и даже туркой в подарок, оформленные конфетами ручной работы. Можно подарить дорогому человеку. И не все подарки предназначены для сладкоежек. Любительницам изысканной еды прекрасно подойдут подарочные саквояжи, наполненные оливковым маслом, греческими маслинами и прочими полезными деликатесами. Но и без праздничного торта в женский день не обойтись. Торты, которыми славится Мадлен, будут тоже выполнены в разных стилях, облегченные, фруктовые, открытые, голые торты, которые сейчас модны. С наступлением весны в сети Мадлен сменился сладкий сезон. На смену терпко-горячему зимнему пришел императорский Наполеон. Гурманам-сладкоежкам Мадлен предлагает попробовать авторские пирожные, созданные на основе классического торта Наполеон. Летом будет фруктовый сезон облегченный для тех, кто, конечно, хочет принести какие-то изменения, может быть, в свою жизнь, похудеть, оздоровиться. Осень у нас будет шоколадной, а весна, март, апрель, май, как я говорила, это будет королевский сезон Наполеон. Выбрать подходящий подарок в любом магазине сети Мадлен можно в любой день. Для удобства посетителей магазины и кофейни работают до позднего вечера, и вы ни за что не сможете пропустить праздник.